Слава Украине, привет всем от Полонского. Бавовна, друзья мои, бавовна в Курской Народной Республике. И вы знаете, бавовна все как всегда называется. Еще с утра Министерство клоунады Российской Федерации заявило, что они все абсолютно... Вот мне нравятся их заявления, друзья мои. Мы, говорит, все сбили. Абсолютно все цели, которые летели по нашим складам с боеприпасами и нашим объектам, поражены. Пожарные команды уже выехали на место и тушат возгорание. Я не понял. Если все цели, как говорится, воздушные цели сбиты, и, как говорится, ваши объекты в полной целости и сохранности, нахрена туда едут пожарные команды, чтобы тушить возгорание? Вот это я не понял. Да. Но это как обычно у них бывает, поэтому обращать внимание на этот цирк не стоит. Друзья мои, по факту, да, о чем они заявили, и это с их слов мы будем говорить, со слов расистов, что сегодня, по всей видимости, летела как минимум одна ракета «Нептун», которая поразила некий объект в районе города Курск, в Курском районе. То есть он там небольшой, это считайте, как знаете, как Большой Курск. Можно как-то так это расценивать. Они сами сказали, что они ее сбили, но есть видеосвидетельства, они у нас в описании к данному ролику, ссылочка, можете переходить смотреть, что как раз попадание по объекту было. Таким образом, если это была ракета «Нептун», о чем говорят расисты, а с большой долей вероятности можно говорить, что это была именно она, то она достигла своей цели, а потом наш генштаб, как говорится, уже это все подтвердил. Был при помощи неких средств поражения, поражен склад расистов, имеется в виду склад с боеприпасами и с амуницией, который находится в Курском районе. Действительно, им удалось сбить наши воздушные средства, но есть небольшой нюанс. Нашу ракету или же дрон, который летел по этому складу, они сбили самим складом. В общем-то, все как всегда. Всем до Украины.